Дестрезу называют умным фехтованием. Дестреза tiene su propio nombre, es un inteligente esgrima. А в чем ее, ну, как бы вот умность, да? И qué significa inteligente? То есть она объясняет, что и как делать и когда делать. Ella explica cómo, qué y cuándo se debe hacer. Чего не объясняют другие школы фехтования. То есть обычно школа фехтования, она говорит, вот в этом случае, когда se explica cuando el oponente va a hacer un golpe a cuello, tú tienes que parar su golpe y hacer agujero. Дестреза, она как бы дает полет мысли и фантазии. Pero Дестреза se dice sobre muchos variantes. Что говорит Дестреза? Дестреза говорит, что основой всего является прямой угол. Дестреза se dice que la base de todo es un ángulo recto. Прямой угол. Почему? ¿Por qué? В Дестрезе все делается через демонстрацию. То есть через то, чтобы показать, в чем разница. Именно показать. Es muy importante cosa en Дестреза que todos elementos se deben ser muestran es a través de demostraciones. И мастер берет шпагу и начинает вести. Человек мы показываем. Вот смотрите, это длинная дорога. Es un largo camino por círculo. El maestro tiene su espada en su mano. Это длинная y va a demostrar su alumno. А есть короткая дорога, прямая. Hay un corto camino. Es un camino recto. Шпаге нужно пройти вот такое расстояние кривое для того, чтобы дойти до человека. И это то, что tiene que pasar curva camino para alcanzar al oponente. Быстрее, чем удар. Pero es entendible que golpe recto es más rápido. Но в дестрезе существует 5 видов ударов. En destreza existen 5 tipos de golpes. 5 видов ударов, и вы говорите, что это прямое, да? Es un primero golpe es un golpe recto. Удар обратной стороной. Golpe al revés. Удар обратной стороны руки. Дальше. Два креста. Siguiente, doble cruces. Два креста. И, соответственно, в эту сторону. Ascendente, descendente. То есть это будет 4. Son cuatro. 4 удара рук. И удар на выдвинутых радиусах, так называемых. То есть это удары разворотом кисти. Отсюда, отсюда. И siguientes son golpes de distintos radios. Тот же самый веер, только в обратную сторону. Es un como el abanico, pero al revés. Дестреза не использует удары вот такого типа просто сверху. Дестреза no utiliza este tipo de golpes desde arriba. Почему? Потому что это очень опасно. Porque son muy peligrosos. Si Алексея буду бить сверху, si yo voy a golpear mi oponente, он будет ставить руку, то desde я arriba руку, abajo, уже больше не вытащу. Mi oponente va a parar mi golpe, y yo no puedo retirar mi mano, porque él está en гордой, или на отмашь меня атаковать. Поэтому сверху мы не бьем. Por eso yo no voy a hacer un golpe desde abajo arriba.